Закончили проклейку виброматериалами, проклеили багажник, арки, крылья. Все одним тавром. Закатана арочка и внутри. Обе арки проклеены. Так, тщательно. Крылья и днище багажника. Все одним тавром проклеили. Закончили также проклейку салона. Одним сплошным ковром тщательно проклеили. Вот такая красота теперь в салоне. И, конечно, тишина. Также закончили проклейку крыши шумопоглощающим материалом. Проклеили второй слой. И готовы двери. Заканчиваем работу с дверьми. Передняя водительская дверь готова. Пассажирская. Все готово. Все, автомобиль. Приступаем к сборке.